Всем привет! Добро пожаловать на канал! И сегодня у нас с вами очередная посылочка от компании Diagostini с нашим УАЗиком. Но посылка — это не все, что у нас есть. В посылочке у нас 7-8-9 номера. И проходя мимо ларька, я решил приобрести себе еще два первых номера. Для чего, я еще пока не знаю, но пускай будет. Потому что здесь фонарики идеальные. Таких самим не сделать, даже через фотополимерный принтер. Вот, все равно будет немножко по-другому. Но все равно будет качественно. Вот, значочек у УАЗика. Мало ли там, может быть, какого-нибудь там пикапа захочу сделать или Хантер, не знаю. Вот. Ну и капот, чтобы был копийный. Как вы уже знаете, у меня, в принципе, есть одна морда от предыдущих выпусков, которые тестовые были. Вот. Ну вот тут еще, как говорится, дополнительно. Значит, что у нас сегодня в планах? Собрать три номера. Дополнить уже имеющиеся, как говорится, элементы прикрепить, дособирать двигатель до конца, по-моему, там все детальки будут. Вот тут у меня бампер из тестового выпуска и бампер уже, который сейчасшний. Вот видите, тестовый наконечниками, новый литой. Ну что, приступим к сборочке. Сейчас сложу первые номера назад и быстренько все это дело соберу. Так что смотрите до конца, что у нас получится. Так, смотрим. Коробочки очень маленькие. Очень маленькие. Так, смотрим. Номер 7. Номер 8. Номер 9. Очередная брошюрка. Уже немножко другого плана. Не знаю, тебя выкинул, нет. Это получается... Установите генератор, масляный фильтр и водяной насос и карбюратор. Вот и все. Так что собираем. И вот такой вот бонус наклеечки. Но только не на модель, а на большую машину. Немножко не продумано. Сделали бы такие же, еще маленькие, чтобы потом можно было наклеить там на стекло или куда-нибудь на модель. Но в принципе тоже интересненько. Ну что, продолжим. Набор деталей для 7 номера. Здесь у нас генератор. Что у нас в журнальчике? Постер есть? Нет. Да, есть вот такой вот постер. Повесим его в мастерской. А сейчас откроем инструкцию по сборке и соберем наш генератор. Деталька раз, деталька два. Есть вот такие штыречки. Мы их просто соединяем. Так, и закручиваем винтиком. Винтиком ЕП. Достаем крыльчатку генератора и вот сюда ее прикручиваем. Прикручиваем еще вот такое колечко. Чик. И вот такой вот генератор получается. Далее берем и устанавливаем генератор на место. Есть вот здесь такой выступ.
И здесь есть углубленница. Поставили и прикрутили винтиком. Все, генератор на месте. Собираем масляный фильтр. Он у нас состоит из двух частей. И он просто защелкивается. Оп, готово. Все, фильтр и генератор прикручен. Так, вот соединили две половинки и болтиками GM скрутили между собой. И верну я опять защиту на прежнее место, чтобы не потерять. Вот такой у нас блок двигателя получается. О, здесь УАЗик у нас уже с прицепчиком. Что у нас, значит, в 8-м выпуске? У нас здесь помпа. Ну, или водяной насос, кто как называет. Так, значит, собираем. А собирается она у нас вот так же по пазам. В принципе. Оп. Все, воткнулось. Далее. Так, берем наш насос, нашу помпу и одеваем вот сюда на длинный штырь. И прикручиваем болтиком GM. Так, двигатель в сторонку. Берем, значит, насос, вот, кран. Берем патрубок. Так. И одеваем. Все, одели. Дальше берем головку цилиндра. Поставили кран. Там есть такой, значит, выступ. Все втыкается. Вот так это дело смотрится. Берем крышку головки блока. Так, и масляную крышку. И она просто втыкается сюда. Также есть небольшой выступ, чтобы зафиксировалось. Вот так. И следующее наше действие — просто скрутить это все дело между собой. Так, скрутили. Давайте прикинем, куда это ставится у нас. А ставится это вот сюда. Двигатель у нас собрался. Так, вот тут, кстати, не очень мне нравится, как он втыкается. Но сейчас посмотрим. Может быть, я чуть-чуть криво ставлю. Плохо заходит. Предлагаю немножко ослабить здесь болтики, чтобы немножко болталась крышка верхняя. И поставить сюда. Да, совсем по-другому стало. Кстати, она когда прижмется, будет все хорошо стоять. Так, что мы делаем? Ну, болтик по-любому будет GM. Почему-то в инструкции ничего не написано. Мы его тоже прикрутим, чтобы не потерялось ничего у нас с вами. Вот такая у нас система уже получается. Я так понимаю, что не показано вот это прикрутить крышку из-за того, что у нас, наверное, будет там распредвал, может быть, не знаю, как это будет, какая у них детализация будет. Но двигатель пока что у нас вот такой. Что хочу сказать про упаковку. Вот у меня есть Победа, я ее покупал уже полусобранную, вот, и там все в мешочках, каждая деталь в мешочках. Вот так, конечно, намного удобнее, вот, собирать совсем прям одно удовольствие. Так, ну тут у нас в журнале история и сборка. Постеров в 9-м номере нет. Здесь у нас выпускной коллектор и карбюратор. Собираем карбюратор. Берем две половинки и соединяем. Далее скручиваем это винтиком АП. Маленькие винтики АП. Почему нельзя путать винтики? Потому что они разного размера, длина, толщина. И если мы наобум будем их прикручивать, то мы можем либо резьбу сорвать, либо будет он длинный,
Вот, поэтому смотрите лучшие инструкции. Продолжаем нашу штукенцию. Мы должны сейчас с вами прикрутить вот сюда. Вот так это будет выглядеть болтиком BP. Аккуратненько подводим вот эту часть и также болтиком BP прикручиваем. Дальше у нас идет камера. Тут у карбюраторов такое окошечко было на старых карбюраторах, где было видно бензин. Оп. Это окошечко, в котором видно, сколько бензина как бы в карбюраторе. Вот. Сюда прозрачненькое, там стеклышко было, но здесь такого плана. Можно будет потом желтеньким подкрасить для красоты. Следующее у нас, значит, наши действия. Это вот такой кронштейн, который у нас ставится вот сюда. И сюда же ставится вот такая пластина. Все, вот так собирается. И болтиком ЕП скручивается. Деталей, кстати, очень много. Очень много. Прям они очень детализированно тут все получается. Так, собрали. С предыдущими тремя номерами мы справились намного быстрее. Одели. И теперь втыкаем это все дело вот сюда. Назовем ее так. Вот такой карбюратор у нас получается. Перелистываем страничку дальше. Берем выпускной коллектор. А, вон оно что. Выпускной коллектор вот сюда прикручивается. Оп. А прикручивается он изнутри. И поэтому они не сказали то, что надо его прикрутить сразу. Так что мы с вами разбираем то, что мы уже сделали. Как я и думал. То, что снимаем. Ну, ничего тут такого сложного нет. Прикладываем. И отсюда винтиками ГМ, GM, вот они. У нас винтики GM. Прикручиваем. Но если покупать по одному номеру, а не по подписке, то я бы все равно бы его прикрутил, потому что меньше шансов все это дело потерять. Так, еще два болтика BP. Так, это собрали, это прикрутили. Немножко мы быстрее все делаем, чем там показано. А, так, разворачиваем двигатель. И берем наш патрубок. Вон там, вон отверстие, куда мы должны попасть.